Приготовление голубцов с картофельной начинкой. Картофель натереть на мелкой терке. Добавить ложку сметаны, чтобы он не почернел. Кочан капусты опустить в кипяток на несколько минут. Отделить капустные листья. Приготовление соуса. Мелко нарезать сало, лук, несколько помидоров, морковь натереть на терке. Сало обжарить до золотистого цвета. На оставшемся жире пожарить лук, морковь. Часть смеси отделить, а к оставшейся половине добавить томатную пасту, помидоры, чеснок, посолить, поперчить, добавить сметану. Тертый картофель посолить, поперчить, добавить поджаренное сало, лук, морковь, перемешать. Завернуть капустные листья. Залить соусом. Его можно развести водой или бульоном. Добавить лавровый лист и поставить тушить на маленьком огне. Приятного аппетита!